Здравствуйте. Як завжди у цей час і на цьому телеканалі телепрограма «Коментарі» з Сергієм Штурхецьким. Сергій Штурхецький – це, відповідно, я, а гість, сьогоднішній гість нашої студії – це Володимир Ященко. Він є генеральним директором мережі діагностичних центрів «Експерт». Вітаю, пане Володимире. Здравствуйте. За історію нашої програми ми лише один раз, здається, що я пам'ятаю, запрошували лікарів до нашої студії, і тоді було викликано ця ситуація такою критичною річчю, як грип, епідемія грипу. Сьогодні, слава Богу, у нас краще набагато привід для зустрічі, тому що ми з паном Володимиром говоримо про таку нову і дуже цікаву річ, яку він сьогодні презентує в Рівному. Це нову соціальну програму, яку презентує ваш діагностичний центр «Крок на зустріч». Так? Якщо можна, пане Володимире, щоб я не переказував нашим телеглядачам, в чому він полягає, якраз для рівнян, і в чому його сутність цієї соціальної програми. На протяжении 6 месяцев на территории клинической областной больницы города Ровно функционирует медицинский диагностический центр «Эксперт». В арсенале нашего диагностического центра вот уже как полгода работает мультисрезовый компьютерный томограф. Это рентгенологическое оборудование, которое уникально для данного региона. В соседнем регионе, только ближайшее во Львове и в Киеве, есть аналогичное оборудование. И вот уже на протяжении полугода есть у жителей ровно такая возможность пройти обследование на этом аппарате. На протяжении этого периода мы, войдя на территорию Ровенского региона, предоставили первый наш социальный шаг. Это было предоставление возможности бесплатного исследования для пациентов областной больницы. Спустя полгода, набрав определенный опыт и поняв потребность в определенном плане исследований, мы сегодня презентовали программу «Шаг навстречу», которая подразумевает предоставление возможности врачам областной детской клинической больницы проводить детям, у которых есть подозрение на онкозаболевание, исследования бесплатно. Это не акция, потому что акция всегда ограничивается каким-то количеством, началом либо окончанием этого действия. Это наш социальный взнос, наша социальная программа. То есть без какого-либо ограничения всем детям, которым показано по протоколам лечения, по протоколам обследования, проведения компьютерной томографии, мы его будем проводить бесплатно. Хотів би запитати, пане Володимире, хто працює в вашому центрі, зокрема в Рівному? Це місцеві фахівці, чи десь приїжджі, чи скільки вони вчилися додатково? Тому що техніка, очевидно, надзвичайно дорога. Дуже правильно поставлен питання, тому що техніка – це всього лише 50% правильності постановки, ісследування, описання. Більшість і дуже багато залежить від професіоналів, які працюють на цій техніці. На сьогоднішній момент в центрі працює 3 доктори. Это местные специалисты. Одна из докторов Юлия Валерьевна Якимов, которая работает фактически со дня создания нашего центра. Докторов мы периодически с достаточно большой частотой посылаем на обучение во всевозможные обучающие центры. Очень активно используем как площадку, это голландский международный центр обучения радиологов, на который Юлия Валерьевна регулярно посещает. Поэтому степень подготовленности наших докторов достаточно высока. И вторым важным моментом является то, что, как я упомянул, у нас 8 центров. Это дает возможность обмена знаниями и умениями среди разных наших центров. На базе Ровно у нас организован учебный центр для западного региона и на базе Днепропетровска для восточного региона врачей, которые мы наших специалистов и приглашаем из других центров, где происходит обучение врачей. Знания, опыт и умения специалистов, которые работают в Ровно, уже сегодня позволяют нам говорить о том, что мы можем выполнять исследования сложного диагностического и технологического плана, одним из которых является исследование сердца. Ну, давайте, если мы сейчас еще до сердца повернемся, но так, чтобы мы зрозуміли, про что йдеться наши глядачі, які не всі мають медичну освіту, і більше того, які звикли, власне, обходитися стандартним набором процедур при діагностуванні, там, забір крові, там, інші аналізи якісь, ну, максимум флюорографія, так? Але ми говоримо з вами про томограф, так? Це щось таке, що ми бачили більше по сучасних серіалах медичних, там, чи американських, чи вже там російських іноді, коли вони показують, але чого, на жаль, ще
ще мало хто бачив вживу. То що можуть рівняни побачити з того, що часом транслюється по телебаченню там в «Докторі Хаусі»? Да, тому що там першим, до чого, ну, ми так звикли, такий, ну, певний стереотип, до чого звертаються лікарі, вони кажуть, відправляють на томограф, МРТ, і, відповідно, потім на основі цих зрізів на комп'ютерній програмі вони повністю визначають подальше лікування. Ключевим є те, що, як ви правильно произнесли, назначає врач. Ми в своєму центрі не ставимо діагноз. Диагноз может поставить только врач-клиницист, используя полный комплекс всех тех методов, которые он предусматривает в плане обследования пациента. Имея полную картину, допустим, компьютерной томографии, УЗИ диагностики, лабораторного, и видя пациента, имея клиническую общую картину, он может поставить диагноз. Поэтому наш метод исследования, он используется только по назначению врача. Это рентгеновский метод исследования, который подразумевает под собой лучевую нагрузку, и поэтому он не может быть использован просто интереса ради. Должны быть показания. Лечащий врач, когда направляет, пишет направление, он обозначивает сферу и зону, в которой нужно искать какие-либо отклонения, и ставит нам задачу, которую мы на самом высоком уровне реализовываем. Из того, что вы упомянули в современных сериалах, на сегодняшний момент ровно обладает одной из лучших машин, которая есть в Украине. В общей сложности машин такого уровня, я не ошибусь, если скажу, что порядка 30-35, не более, по всей Украине. Ближайшая к Ровно – это только Львов и Киев. Те исследования, которые мы делаем, в частности, исследования сердца в ближайших регионах не выполняются. И это уже есть тот современный шаг, который доступен городу Ровно. Более того, все наши центры объединены в единую компьютерную сеть, которая позволяет использовать более подготовленных докторов в каком-то из направлений, допустим, в онкологическом случае очень большая. Либо в кардиологии. Совершенно верно. Либо есть кардиологический случай в другом регионе, мы приглашаем на консультацию ровенских специалистов, есть, либо по онкологии мы приглашаем харьковских специалистов. Это дает качественно другой уровень исследований. Но, повторюсь, мы не ставим диагноз. Ми даємо об'єктивну картину лічащому врачу. Так, але наскільки лікарі, тої самої районної лікарні чи обласної, зможуть потім якісно прочитати, так мовити, те заключення, яке дасте ви, чи ту картинку, яку дасть комп'ютер? І чи наскільки вони серед них популярним вже стало, чи стає все-таки відправити пацієнта з направленням до вас на томограф? Своим основным направлением и вот развитие, когда мы становимся, кстати сказать, на сегодняшний момент уже центр и наша сеть, имея 8 центров, мы пришли к тому, что нас приглашают в регионы. Если раньше мы стремились зайти, то сейчас нас уже приглашают, и мы стараемся формировать базу на базе областных клинических больниц. Это дает возможность общения с клиницистами. Вот как раз совместный рост, и когда речь идет и ставится вопрос, а зачем нам нужно это социальные программы, а зачем нам это нужно, и что мы отсюда получаем как коммерческий проект, то я отвечаю, что нам и очень интересно и совместно профессионально расти. Вот эта обратная связь от докторов к клиницистам позволяет им учиться читать наше заключение, нам учиться правильно предоставлять это заключение. В результате выигрывает кто? Выигрывает пациент. Есть оперативная обратная связь, есть оперативная реакция. И я с удовольствием каждый раз приезжаю сюда, и то, что я вижу от докторов, наблюдаю, как клиницисты областной больницы и взрослые и детские находятся в нашем диагностическом центре, смотрят на снимки, консультируются с врачом, планируют оперативное лечение какое-то. И в конечном итоге опять-таки выигрывает пациент. Ну и, власне, это и для лекаря добре, потому что это еще додатковий засіб и додатковий шанс ему не помилитися при діагнозі, так? Тобто абсолютно йде 64 зрізи, да? Якщо так говорити, комп'ютерні. По суті, як тіло людини, по суті, ми бачимо картинку, як от ми би її розрізали. Ну, это называется срез, поэтому томограф – это есть послойное как бы, разрезание. 64 среза – это значит, что за один оборот трубки мы делаем 64 вот эти среза. Это снижает лучевую нагрузку на пациента, это дает качественно другое изображение и, соответственно, вероятность правильной постановки диагноза. Но важно отмечать то, что… Нельзя сравнивать, какая машина лучше, какая хуже, потому что очень велик процент участия профессионального, вот именно врача, подготовки врача, правильное прочтение этих снимков, правильной трактовки этих снимков.
И это первое. Второе, безусловно, правильное выполнение всех методик. То есть, есть определенные исследования, которые без специальной подготовки и без специального дополнительного контрастирования лучше вообще не выполнять. Потому что снижается качество визуализации и есть риск, ну, если очень грубо, то что-либо пропустить. Ну, зауважу трошки питання, можливо, не в цьому соціальному руслі, але мене завжди запитувало, ну, мене завжди турбувало питання, яким чином такі компанії, як ви, можуть розраховувати на економічний успіх, так? Коли величезні дуже затрати йдуть на людські ресурси, на навчання, це ви кажете, тут неможливо обійтись дійсно без міжнародних експертів, на саму технологію. І в той же час, не секрет все-таки, що українці, на жаль, витрачаючи величезні гроші все-таки на здоров'я, але все одно не так сильно переймаються своїм здоров'ям, як, наприклад, це є в західних країнах. Не такий рівень поставлена профілактика, не на такий рівень поставлена турбота про своє майбутнє, про здоровий спосіб життя. К сожалению, вы правы в том смысле, что наши люди, видимо, вынуждены, но обращаются к врачу уже тогда, когда болит. Есть такой термин еще из института, что когда болезнь проявляет себя болью, зачастую бывает поздно уже что-либо предпринимать. Но это беда всей нашей медицины. Я очень надеюсь, что мы все-таки придем к тем пироговским еще выражениям, что легче предупредить, чем лечить. И это вторая составляющая нашего социального проекта, где мы внедряем про аппараты по профилактике остеопорозов, к которой мы вернемся. Mm-hmm. Так вот, на что мы рассчитываем? Проект и наша компания заходят системно, и мы стараемся участвовать активно делом, а не просто словами, вот в том законе, который подписан президентом про державно-приватное партнерство. Совершенно правильно вы говорите, что купить оборудование – это только всего лишь одна из составляющих. Важно иметь возможность содержать это оборудование, потому что сервис не дешевый. К слову сказать, одна... И безпека, питание безпеки также стоит. Это, по сути, певный реактор, да? На самом деле, я бы так не говорил, потому что это... Но важкая установка все-таки, которая потребует... Нет, давайте специально оговоримся, что в этом оборудовании нет источника ионизирующего излучения до тех пор, пока он не включен в розетку и не включен определенные программы. То есть там нет никаких радиоактивных материалов, металлов и так далее. Этого нет. Только когда подается высокое напряжение определенными... Доля... Совершенно верно. Это рентгеновская трубка по сути своей. Поэтому никакого источника излучения его нет. Максимально по всем требованиям радиационной защиты, на что выдается еще отдельно лицензия комитета по ядерному регулированию, это подтверждает. Так вот, сервисное обслуживание этого аппарата, благодаря тому, что на сегодняшний момент у нас уже вот 8 центров, у нас есть собственная сервисная служба, собственная школа, что дает нам уже возможность, ну, в кавычках, экономии за счет того, что мы централизованно имеем свой склад запчастей. Мы за полгода остановили всего лишь на один день. К примеру, в других областях, в государственных, где есть оборудование, оно может простаивать месяцами, потому что, да, нужно пройти определенную тендерную процедуру, от чего страдают пациенты. Безусловно, с учетом таких инвестиций, а суммарная инвестиция в Ровенский филиал у нас составляет порядка 1 000 000 евро, говорит о том, что у нас нет большой возможности использовать для всех социально нуждающихся слоев населения бесплатное исследование. Поэтому мы идем шаг за шагом. Первый шаг – это было предоставление 5 пациентов для областной больницы. Второй шаг – и мы увидели, что эти детки очень нуждаются в этом. Это предоставление им бесплатного исследования, потому что финансовая нагрузка у них, на их родителей, на само лечение очень высокая, а зачастую они не могли использовать плановое обследование ввиду дороговизны. Поэтому мы это сделали вторым шагом. Третий шаг – это остеодензитометрия, то есть бесплатное исследование в скрининг в профилактическом плане, предупредительном плане риска подверженности повышенной ломкости костей. Четвертый шаг, когда мы станем на ноги и мы предложим что-то уже следующее для области. Считаю необходимым сказать, что
что при всей вот нашей социальной направленности, если бы мы не имели обратной связи и предоставления нам такой возможности от областной администрации, от администрации клинической больницы, как взрослой, так и детской, я думаю, этот проект бы не получил такой реализации. Так, і от ми зараз говоримо про ширше, так, про те, що може зацікавити в тому числі дуже багатьох наших телеглядачів, це якраз профілактика і якраз остеопорозу. Це якраз основному стосується, я так розумію, людей старшого віку. Хоча, ну, зараз таке життя, що зараз і від 30 років вже починаються певні такі прояви. І тут ми говорили з вами про з однієї сторони про те, що це є процедура, яку повинен призначати лікар. І не варто нею захоплюватися там кожен день, ну не тільки через дороговизну. А водночас ви говорите про необхідність оцеї профілактики. Як знайти оцю золоту середину? І чи дійсно, можливо, вже сьогодні чи завтра нашим телеглядачам варто звернутися до лікаря і з метою пройти профілактичне все-таки обстеження? І тут ще одне питання. Ви, очевидно, і як економіст, і не лише як лікар, ви, напевно, чудово розумієте, десь, можливо, є оцей процент, скільки виграє все-таки пацієнт на лікуванні, заощаджує, коли вчасно зроблена якісна діагностика? Наверное, нам нужно разграничить, что в нашем центре есть 3 единицы оборудования. Угу. Есть все, о чем мы говорили до этого вопроса. Это касалось компьютерного томографа, который должен использоваться строго по назначению врача, потому что есть источник ионизирующего излучения. Нужно сказать, что радиация имеет свойство накапливаться, поэтому по всем стандартам желательно компьютерный томограф использовать не чаще, чем раз в полгода, да, чтобы была возможность организма восстановиться, ну, если так вот грубо говоря. Поэтому, возвращаясь и заканчивая с компьютерным томографом, пациент должен иметь право выбора и понимать, что если доктор назначил исследование, он имеет право выбрать лучший аппарат с наименьшим риском для себя, с наибольшим качеством и с наименьшими потерями информации всей той, которую мог бы аппарат этот выдать. К слову, мы выдаем вместе с заключением диск, на котором абсолютно весь массив исследований. Можно отправить ее в будь-який кінець світу. Мы можем это сделать через интернет. Есть сервера, на которых все это хранится. Из письменного заявления, только с письменного заявления пациента, так как это его информация, мы можем это выполнить. Либо отдаем ему все это на диске. Следующее оборудование, которое установлено, это ультразвуковой денситометр. То есть здесь нет никакого ионизирующего излучения. У нас есть одно единственное ограничение, чтобы это было по назначению врача. Ну почему так? Потому что мы занимаемся хорошим делом, и отвлекать специалистов просто для того, что кому-то стало интересно, ну не совсем, наверное, правильно. Да? Поэтому первый шаг пациента, к чему сейчас идет вся наша медицина, есть либо семейный врач, либо врач, которому вы доверяете, есть какие-то симптомы, и все равно, даже если это сделать профилактически, но нужно понимать, что мы хотим увидеть. Так вот, исследование, которое даст вероятность высокую либо низкую повышенной ломкости и состояния костной ткани, мы будем проводить бесплатно на ультразвуковом остеодензитометре. Угу. Это специальный аппарат, куда ставятся стопы пациента, проходит 10-15 минут, выдается распечатка. Состояние костной ткани. Для того, чтобы наши зрители понимали, о какой патологии мы ведем речь, заболевание, то, к сожалению, мы с этим сталкиваемся либо на родственниках, либо на знакомых. Это достаточно печально известный перелом шейки бедра. Особенно в старшем веке, когда кальция не хватает. Совершенно верно. Наиболее подвержены женщины после 55-60 лет. Очень важко відновлюється після. Зачастую это, к сожалению, приводит и к летальному исходу. Почему? Потому что в результате этой проблемы люди обездвиживаются, а для людей старшего возраста это равносильно пролежням, равносильно нарушением пищеварительного тракта. Уже зараз, в принципе, варто как раз... Так вот, цена вопроса, который вы задавали, все препараты на сегодняшний момент мало того, что не совсем адекватно назначаются, они стоят совсем недешево. Те же витамины и все это, да, то есть их, если использовать, то нужно использовать правильно. После того, как проводится бесплатная УЗИ-диагностика, если нет проблем, мы радуемся вместе с пациентом. Если все-таки доктор считает необходимым, есть исследование на рентгенологическом остеодензитометре, которое будет стартовать у нас вот с первых чисел июля. Это исследование будет стоить 175 гривен. Ну а теперь давайте сравним, сколько стоит препарат. Это звучание витамина. Либо 175 гривен в год.
И я даже не хочу пытаться посчитать, если наступает перелом шейки бедра, о чем это, ну, это фактически инвалидность, в лучшем случае. Розумію. На жаль, завершується наша програма, і пане Володимире, традиційно наприкінці нашої програми ваші побажання рівнянам, всім, хто нас бачить. Я бы хотел пожелать всем жителям такого прекрасного города, как Ровно, в котором мне очень приятно каждый раз быть, все-таки быть здоровыми, не иметь такого случая, чтобы обращаться к врачам. Но если все-таки такое возникло, чтобы у вас было право выбора, выбирайте лучших. Всего доброго. Выбирайте краще и будьте здоровы. Цього вам бажав Володимир Ященко, генеральний директор діагностичного центру «Експерт». Цього вам бажаю я, Сергій Штурхецький. За тиждень побачимо, все буде добре.